День флага для нашего региона всегда был больше, чем просто праздником. В этом году на площади Ленина вновь собрались тысячи жителей области. Среди них студенты и школьники, представители предприятий и учреждений культуры. Шествие объединило всех. Честь нести первые флаги нашей державы выпала спортсменам. Очень рад, что именно мне предоставили такую возможность. Почти каждый, пришедший на площадь, принес с собой по флагу, так что центр города весь окрасился в бело-синий-красный цвет. Под ним наша страна одерживала спортивные победы, совершала научные достижения, под ним сражались и сражаются с терроризмом солдаты, под ним принимают присягу и дают клятвы. Единение, Россия, флаг – это символ нашего государства, символ дружба, символ свободы, символ всего самого наилучшего. Конечно, мы как детская спортивная школа, мы за спорт, за мир, чтобы спорт победил. На празднике собралось очень много детей. Для них День флага – это первый шаг к осознанию себя гражданами великой державы. И, конечно, прекрасная возможность насладиться солнечной погодой в компании друзей. Это день флага, нашего флага, надо его отмечать. Это как гордость за страну, это... Когда придумали этот день, это... его надо отмечать, мне кажется, и помнить о нем. Ребята постарше, студенты, на День флага приходят осознанно и каждый год. Именно им, кстати, доверили проносить самый большой флаг в центре шествия. Для меня это значит госфлаг, это триколор, он как бы символ России. Всегда поднимается флаг в честь спортсменов, победителей Олимпиад. По традиции, на дне государственного флага состоялось и вручение паспортов совсем юным гражданам Российской Федерации. В торжественной обстановке перед многотысячной публикой они принесли клятву служить интересам Родины, оберегать ее природу и не жалеть сил для ее процветания. У меня очень смешанные чувства, так как это очень важный день для меня. Получение первый раз паспорта и вместе с таким государственным очень важным праздником. А венчала праздник церемония торжественного поднятия флага на центральном флагштоке площади столетия Ленина под гимн Российской Федерации. Слова помнил каждый. Гимн пели и курсанты, и полицейские, и врачи, и учителя, и дети. Первым, с чего мы начинаем, это с изучением символики российского государства. Это флаг, гимн и герб государства. Я хочу сказать большое спасибо всем тем, кто помнит историю государства российского, кто приносит славу государству российскому, и в их честь не зря исполняется гимн и поднимается флаг России. Напомним, праздник был официально утвержден в 1994 году. Сейчас, по данным ВЦИОМ, половина россиян предпочитает использовать государственную символику и в повседневной жизни. Флагами украшают дома, автомобили и одежду. Выражать свои патриотические чувства с помощью триколора официально можно с 2008 года. Андрей Творогов, Павел Макаров, Новости Ульяновской правды.